Отчет. С Казахстаном все, мы прощаемся. Не прощаемся, до свидания, говорим. В Астане мы были. Там пожили в кемпере. В кемпинге, в палатке. А вот погуляли один день с Вадиком, с сыном, но это 2 годика. Жесть просто-напросто. Что-то. И вот сейчас вылетаем. Кое-как успели. Первый раз, когда мы ехали из Актау, мы на поезд опоздали, бежали. Сейчас вот, в принципе, мы здесь все успели. Так, немножечко были загрузки, технически все решили. Ну, так что, теперь дорогу держим в Абу-Даби, а там с пересадкой в Белград. Thank you.